Честно говоря, понятия не имею, по кому там страдает казанское небо. Но к пятнице оно вроде как обещало успокоиться и даже немного проясниться. Хотя я не думаю, что такой летний дождь может кого-то испугать. И уж тем более испортить планы на выходные. Всем привет, меня зовут Маргарита Михайлова. И наша команда специально для вас подготовила классную подборку бесплатных мероприятий в столице Татарстана. Кто там? Мальчик, уходи отсюда. Всем, кому не чуждо чувство прекрасного, предлагаю сгонять на классную мультимедийную выставку «Парадоксы форм». Автор работ – дизайнер и художник из Челябинска Эдуард Фадюшин. Он черпает впечатления в путешествиях по разным уголкам Земли. Фотографирует людей, природу, архитектуру, арт-объекты и в своем творчестве придает всему этому совершенно новые смыслы. Какие же это, черт подери, кубики? Когда это жизнь моя? Кто-то называет его Челябинским Сальвадором Дали. А я скажу вам, что вход бесплатный. Так что все любители искусства, срочно-срочно собирайтесь и отправляйтесь на выставку. Отговорки не принимаются. Ну и все. Ну и приходите. В чем проблема, я не понимаю. Вообще, я думаю, что во всем важно сохранить баланс. Отдыхать не только душой, но и телом. Помните то время, когда все фанатели по фильмам «Вселенной. Шаг вперед». Спешу вас обрадовать. Доставайте из шкафа самую удобную одежду. У вас будет возможность реализовать свои танцевальные амбиции. 29 июля состоится мастер-класс от профессионального танцора и блогера Ивана Рылова. Будем двигаться в стиле шаффл. Даже если вы никогда этим не занимались, поверьте мне, все будет замечательно. Я не знаю, почему я это продолжаю говорить. Профдеформация. Болтунья я, но не яичница. А вообще есть другой способ словить дзен. Я спокойна. Сейчас я сосредоточусь. И все выучу. Сначала прикончу вот этот чемник! Далее, офигенно, все в порядке? Конечно, я просто учу математику. Честно говоря, неделька была тяжелая, так что вот так вот расслабляться в выходные – то, что доктор прописал. 30 июля приглашаем вас на утреннюю медитацию. Занятие подойдет абсолютно всем. Все, что нужно взять с собой – коврик для йоги, какую-нибудь подушку, чтобы было удобно медитировать, ну и пледик, если с утра пораньше будет прохладно. Требуется предварительная регистрация. Куда буква «Р» пропадает? Я не понимаю. Куда буквы пропадают? Верните буквы! Ты всю жизнь мечтал слушать о чьих-то психологических травмах, но у тебя нет соответствующего диплома? У меня есть для вас выход, решение, так сказать. Как это будет по-английски? Что-то Нет, не solutions. А, это решение. Я что, из Англии? Мы нашли для тебя решение. Казанский стендап-клуб 30 июля проводит целых два бесплатных мероприятия. Импровизация команды и открытый микрофон. Требуется предварительная регистрация. My name is Margaret Michelson and I wanna sleep and eat. I wanna scream and shout. Ну и под конец рубрики, по традиции, спешу тебя расстроить. До конца лета осталось 35 дней. Сидеть дома на диване или встречать закат на набережной – решать только тебе. Но чтобы вопросов в стиле «чем бы сегодня заняться» не возникало, смотри Универньюз. Уже совсем скоро я вернусь в эфир с новой подборкой. До новых встреч! Спокойствие, только спокойствие. Мне срочно нужна медитация. Не время медитировать. Работаю.